В воскресенье на площадке возле фонтана в парке имени Магомеда Халилова в Каспийске прошло яркое мероприятие. Для детей и их родителей администрация города при спонсорской поддержке строительной компании «Стандарт Риэлти» организовали красочное развлекательное шоу с участием клоунов, фокусников и аниматоров «Микки Маус», «Багз Банни», «Мишка Тедди», а также «Джигит». Юные каспичане с восторгом и интересом принимали активное участие в конкурсах и викторинах. Отметим, что всем присутствующим от компании «Стандарт Риэлти» были вручены сладкие презенты, а самым активным участникам – памятные подарки. По словам заместителя начальника управления культуры города Каспийска Наби Залова, подобные детские мероприятия планируется проводить ежемесячно.